1,5 миллиона гривен. Такую сумму украли у помощника судьи апелляционного суда Киевской области. Об этом сообщают у нас в полиции. Инцидент этот произошел вчера в центре Киева среди бела дня. Трое неизвестных напали на представителя Фемиды, угрожая оружием. Отобрали сумку с деньгами и скрылись с места преступления на автомобиле. Открыто уголовное производство по статье «Ограбление». Він збирався відвести гроші в банк для здійснення певної операції. Дорогою він встиг заїхати до пункту обміну грошей, де обміняв долари на гривні. Однак перед самим входом до банку до нього підбігли незнайомці. Пригрозивши предметом, схожим на пістолет, правопорушники вихопили у нього рюкзак із грішми та зникли з місця події автомобілем «Фольксваген». Было бы очень интересно узнать, откуда у помощника судьи вдруг взялись 1,5 миллиона гривен наличкой. Ведь его доходы – это публичная информация, она должна быть доступна каждому из нас, как и зарплата мэра города, например, или, скажем, расходы коммунальных предприятий.